Первым делом Аслжан Мамутбеков посетил теплицу по производству помидоров и огурцов. Ее запустили год назад. Стоимость проекта более 10 миллионов тенге. Работой здесь обеспечены 50 человек. Мы выпускаем 400 тонн огурцов, 800 тонн томатов в год. Поставляем продукцию в Караганду и Россию. Вложили в этот проект собственные средства и взяли заем. Средняя цена на огурцы 180-200 тенге, томат 400. В этом году огурцы будут по 400 тенге. Министр увиденным остался доволен. Аслжан Мамутбеков отметил, что стоимость помидоров и огурцов вполне приемлемая. Правда, тут же озвучил ряд других проблем. В этой теплице мы видим, что продукция... Она продается по довольно приемлемым ценам, но, к сожалению, эти цены они никак не отражаются на ценах, которые находятся на прилавках в городах, для товаров в городах. Потому что есть огромные проблемы по доставке этой продукции до потребителя, есть огромные проблемы по логистике, по перевозке, хранению и дистрибуции этого товара. И здесь мы еще раз убеждаемся, что вопросы развития сельского хозяйства – это не только вопросы аграрного бизнеса. Да, вот произвел, вот директор этой компании, но ему надо сбыть, и он не специалист в этой области. То есть должны быть логистические компании, должны быть торговые компании, которые позволяют с меньшей маржой доставлять эту продукцию и продавать. Осмотрев объекты, министр встретился с руководителями сельхозкооперации и бизнес-сообществом. Аслжан Мамутбеков отметил, что развитию сельского хозяйства в стране уделяется огромное внимание. С каждым годом увеличиваются субсидии, а для развития поголовья племенного скота выделяются новые субсидии, которыми фермеры юга должны непременно воспользоваться. В рамках встречи были обсуждены ряд других вопросов сельскохозяйственного сектора. Планируется, что министр примет участие в отчете акима Южно-Казахстанской области.